Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами чудесным рецептом приготовления маринованной капусты со свеклой. Рецепт очень быстрый, и капуста уже готова через сутки. Мариновать буду я ее в 3-литровой банке, так ее удобнее будет хранить. Возьмем небольшой кочан капусты, убираем с нее верхние листы и нарезаем некрупными кусочками. Две головки чеснока очищаем от кожуры и нарезаем мелкими дольками. Три некрупные моркови натираем на терке для корейской морковки. То же самое проделываем со свеклой. Готовим маринад. В кастрюлю наливаем 1,5 литра воды и доводим до кипения. Добавляем 3 столовые ложки соли, 150 грамм сахара, перец черный и душистый горошком, лавровый лист. Варим минут 5-7. Затем вливаем 100 мл 9% уксуса. В 3-литровую банку укладываем свеклу, капусту, морковь, чеснок и так далее слоями, пока не заполним банку доверху. Немного приминаем каждый раз овощи. Далее капусту заливаем горячим маринадом. Закрываем крышкой и оставляем до полного остывания, а затем убираем в холодильник. Маринованная капуста со свеклой и морковью готова. При подаче можно полить ее растительным маслом. Ставьте лайк, если понравился рецепт. Оставляйте комментарии и ваши отзывы. И не забывайте подписаться на канал. Всем приятного аппетита! Крепко целую, ваша Маришка.